Муз-ТВ всегда поздравляет любимых артистов с днем рождения. И сегодня у нас не исключение. У нас сегодня целых два именинника. Это прекрасная Юлия Ковальчук и Томас Невергрин, которым мы от всего сердца желаем самого роскошного, самого ослепительного, творческих узбеков. В общем, коллеги по цеху присоединяются. В дворе 12 ноября, и, как подсказывает гороскоп, скорпионы, рожденные в этот день, сверхталантливые, привлекательные и целеустремленные люди. Эти определения, как никому другому, подходят Юлии Ковальчук. У певицы и телеведущей сегодня день рождения. Подарки мне вообще не важно, какие, я их просто люблю. Любые подарки. Я люблю цветы, я люблю все, что связано не с цветами. Девушка уже чего только не добилась. Начинала как танцовщица, теперь лицо самых рейтинговых шоу федеральных каналов. Ну и, пожалуй, главное, обрела свое личное счастье в лице тоже певца и телеведущего Алексея Чумакова. Так держать, Юля. Коллеги по цеху тебя поддерживают и не заставляют себя ждать с поздравлениями. Юлечка, в твой адрес все самые только позитивные, лучшие, добрые слова. Я тебя очень полюбила, ты большая умница. Мы желаем день рождения. Ну, в общем, не увидать. Желаю тебе настоящего, большого женского счастья. Ты замечательная, ты блестящая, была, есть и будешь. Юля, желаем тебе цвести, творить и блистать с еще большим блеском. С праздником!